65-го тиража лотереи Бинго 75. Не забывайте, в этой лотерее каждый билет может выиграть не один, а целых три раза. Подробные правила вы найдете на сайте 100loto.ru и на ваших лотерейных билетах. Призовой фонд 65-го тиража лотереи Бинго 75 составляет 5 573 150 рублей. Гарантированный джекпот сегодняшнего тиража – 25 миллионов рублей. И вы выиграете джекпот, если в вашем билете все 24 числа игрового поля раньше других совпадут с номерами шаров, выпавших из лототрона до 43-го хода включительно. Запускаем лототрон. Первый тур – углы. Выигрывают билеты, в которых 4 числа, расположенные в углах игрового поля, совпадут с номерами шаров, выпавших из лототрона, до 28-го хода включительно. Мы ждем первый шар первого тура. Шар номер 71. 71. Шар номер 36. Номер 36. Шар номер 7. 7. Шар номер 63. Номер 63. Шар номер 73. 73. Шар номер 45. 45. Шар номер 66. 66. Шар номер 6. Номер 6. Шар номер 38. 38. Шар номер 40. Номер 40. Шар номер 44. 44. Шар номер 46. Номер 46. Шар номер 18. 18. Шар номер 47. Номер 47. Шар номер 4. 4. Шар номер 33. Номер 33. Шар номер 5. 5. Шар номер 48. Номер 48. Шар номер 75. 75. Шар номер 60. Номер 60. Шар номер 62. 62. Шар номер 52. Номер 52. Шар номер 15. 15. Шар номер 10. Номер 10. Шар номер 55. 55. Шар номер 68. Номер 68. Шар номер 21. 21. Шар номер 22.
Шар номер 61. 61. Стоп-игра. Стоп-игра. Первый тур «Углы» завершен. Сумма выигрыша – 200 рублей на каждый выигравший билет. Мы поздравляем всех победителей первого тура «Углы». Пусть этот выигрыш станет первым шагом на пути к исполнению вашей мечты. Вот Светлана Бунчик из Владикавказа. 8 лет участвовала в лотереях. Выигрывала понемногу, приобретала новые билеты. И в один прекрасный момент – па-бам! Что? Счастливый лотерейный билет приносит ей выигрыш в размере 2,5 миллионов рублей. Если жить каждое лето у моря в собственном, отремонтированном, красивом доме было ее мечтой, то выигрыш в лотерею делает эту мечту похожей на реальность. Осталось лишь немножко потрудиться. Смотрим сюжет о Светлане Бунчик, новой лотерейной победительнице. Когда есть лишняя минутка, я всегда езжу сюда, в Краснодарский край. К своей родне, к своим близким. Мне очень хорошо здесь. Я Бунчик Светлана Николаевна. По профессии закройщик мужского и детского пальто. А так внуки, дети, дом. Ну, богатая бабушка. Моя сестра добрая, отзывчивая. И я к ней приезжаю, она ко мне приезжает. Она все время говорила: Гала, вот бы я хотела около тебя, говорит, жить. Наверное, вот только из-за этого, вот это ее мысли материализовались, можно сказать, да. Там кто-то вверху есть, который все же сделал добро для Светланы. Мы выиграли русское лото, квартиру. Конечно, мы были очень радостны, что счастье нам, как упало с неба, что ли. Не каждый раз это бывает. Дом на 4 хозяина, у каждого свой отдельный вход. Приусадебный участок у каждого свой. Очень хорошая квартира, уютная, все, но ремонт начали делать по-своему. Полы сделали, окна переставили, такие, какие хотели. Утром рано птички поют, все цветет, все красиво. Рядом море находится недалеко. Каждые выходные можно свободно ездить на море. Этот билет подарил мне муж на 8 марта. Сделал подарок, как обычно, все некогда-некогда, отложили его в сторону. А потом в какой-то день решили проверить. Поехали, конечно, на почту. Дома даже не проверили, поехали на почту. И когда нам на почте сказали: вы знаете, какой у вас выигрыш, мы, честно говоря, даже и не поверили. Мы раскрыли глаза, конечно, сказали: да, знаем, а сами ничего не знали. Но радость была, что вот, пожалуйста, получили. Значит, это правда все. Я очень была рада за нее. Просто я говорю: боже мой, есть Бог на свете. Да, да, да. Когда я сказала, что действительно выиграла квартиру, многие стали покупать билеты. Может, и удача повезет. Все же бывает. Хорошо, вот Илья, все-таки жить у моря, да? Да. Мы пожелаем Светлане Бунчик как можно больше радостных дней провести в собственном доме у моря. Ну а мы возвращаемся к розыгрышу 65-го тиража лотереи «Бинго-75». Начинаем второй тур «Пересечение». Выигрывают билеты, в которых 8 чисел, образующие пересечение на игровом поле, совпадут с номерами выпавших шаров до 38-го хода включительно. А я хочу напомнить, что билеты, которые выиграли в первом туре, продолжают участвовать в розыгрыше и могут выиграть еще дважды. Запускаем лототрон. Шар номер 12. 12. Шар номер 11. Номер 11. Шар номер 26. 26. Шар номер 27. Номер 27. Шар номер 56. 56.
Шар номер 59. Номер 59. Шар номер 37. 37. Шар номер 65. 65. Шар номер 42. 42. Шар номер 41. 41. Стоп игра. Стоп игра. Второй тур пересечения завершен. Сумма выигрыша 1000 рублей на каждый выигравший билет. И мы поздравляем победителей второго тура. И напоминаем, что ваши билеты могут выиграть еще раз. Начинаем третий тур. Карточка 55. Выигрывают билеты, в которых все 24 числа игрового поля совпадут с номерами шаров, выпавших из лототрона, до 55-го хода включительно. Если в конце тура в вашем билете будут зачеркнуты все числа, то ваш билет выиграет. А если это случится раньше других и до 43-го хода включительно, то вы выиграете гарантированный джекпот, который составляет 25 миллионов рублей. Запускаем лототрон. Шар номер 51. 51. Шар номер 54. Номер 54. Шар номер 72. 72. Шар номер 30. Номер 30. Шар номер 19. 19. Внимание! Это был 43-й ход 65-го тиража лотереи «Бинго-75». И был ли сегодня разыгран джекпот, мы с вами узнаем сразу же после окончания розыгрыша. Продолжаем третий тур. Шар номер 58. 58. Шар номер 64. Номер 64. Шар номер 49. 49. Шар номер 17. Номер 17. Шар номер 2. 2. Шар номер 43. Номер 43. Шар номер 34. 34. Шар номер 22. 22. Шар номер 35. 35. Шар номер 29. Номер 29. Шар номер 57. 57. Шар номер 20. Номер 20. Стоп игра. Стоп игра. Третий тур, карточка 55, завершен. Сумма выигрыша 20000 рублей на каждый выигравший билет. Поздравляем всех победителей тура, карточка 55. И продолжаем розыгрыш 65-го тиража лотереи «Бинго-75». Переходим к категории «Последний ход». В ней выигрывают билеты, в которых до 72-го хода включительно будут зачеркнуты все 24 числа игрового поля. Сейчас в розыгрыше участвуют билеты, в игровом поле которых все еще остались незачеркнутые числа. Их нужно успеть зачеркнуть до последнего хода. Запускаем лототрон. Шар номер 39. 39. Шар номер 9. Номер 9.
Шар номер 69. 69. Шар номер 16. Номер 16. Шар номер 23. 23. Шар номер 13. Номер 13. Шар номер 25. 25. Шар номер 14. Номер 14. Шар номер 32. 32. Шар номер 74. 74. Шар номер 3. 3. Шар номер 1. Номер 1. Шар номер 67. 67. Шар номер 70. Номер 70. Шар номер 50. 50. Шар номер 24. Номер 24. Шар номер 31. 31. Стоп игра. Стоп игра. Это был последний ход сегодняшнего тиража. В лототроне осталось три шара. Это номера 8, 28, 53. Эти номера зачеркивать в своих билетах не нужно. Проверьте, есть ли ни одного из этих номеров. В ваших билетах нет, это значит лишь одно. Вы выиграли! 65-й тираж лотереи «Бинго-75» завершен. А сейчас пришло время подвести итоги сегодняшнего тиража. Итак, в 65-м тираже лотереи «Бинго-75» джекпот не был разыгран. Гарантированный джекпот следующего тиража – 25 миллионов рублей. А теперь узнаем, сколько у нас сегодня определилось победителей и какие суммы они выиграли. В первом туре «Углы» выиграло 4272 билета. Выигрыш 200 рублей на каждый выигравший билет. Во втором туре «Пересечение» выиграло 468 билетов. Выигрыш 1000 рублей на каждый выигравший билет. В третьем туре «Карточка 55» выиграло 16 билетов. Выигрыш 20 тысяч рублей на каждый выигравший билет. И, наконец, в категории «Последний ход» выиграло 33040 билетов. Выигрыш 100 рублей на каждый выигравший билет. Сегодня в 65-м тираже лотереи «Бинго-75» было разыграно 4 946 400 рублей. Выиграло 37 796 билетов. А это значит, что еще тысячи человек на планете могут смело назвать себя лотерейными победителями и быть уверены в том, что удача на их стороне. А это знание дает силу. Для Людмилы Жаворонковой из Красноярска выигрыш в жилищной лотерее стал, пожалуй, началом нового этапа, в котором можно спокойно смотреть в будущее и не сомневаться в завтрашнем дне. Ведь этот выигрыш помог ей избавиться от крупного ипотечного долга. Да, Илья, многие наши зрители знают какое-то счастье и мечтают о таком же. Давайте поскорее посмотрим эту историю. Знакомьтесь, Людмила Жаворонкова, сноубордистка и игрок в боулинг. Не профессионал, но очень продвинутый любитель. К тому же победительница лотереи. Участвовала в лотерее всего несколько раз. Совершенно интуитивно подошла к лотерейному киоску. У меня была малышка на руках, а муж шел из машины, выходил с сыном. Я подошла и стою, и жду. Он говорит, ты что ты тут стоишь? Я говорю, ну давай, мы же собирались билетики купить, ведь мама твоя играет много лет, давай мы попробуем. И получилось так, что выиграли квартиру. Выигрыш Людмила забрала в денежном эквиваленте. Жаворонковы, семья с двумя детьми, давно нуждались в расширении жилплощади. Жилищная лотерея им помогла. Так получилось, что 31 августа нам одобрили ипотеку.
на улучшение жилищных условий. Но 3 сентября был розыгрыш, и мы узнали, что мы выиграли. Так получилось, что вот этот выигрыш, да, который был, если бы мы его полностью вложили, все, что взяли, все вложили, то нам не нужна была вообще ипотека. Она бы закрылась полностью сразу. Ну, конечно же, когда пришли деньги на руки, мы часть удержали там, на одно, на другое, но все равно основная часть она была погашена. Удача всегда попадает точно в цель. Нет таких людей, для которых крупный выигрыш в лотерею был бы лишним. Я счастливая, потому что у меня есть семья, у меня есть дети, я мама, я жена. В моей жизни все так, как я мечтала. Поэтому я счастливый человек. Мы поздравляем Людмилу Жаворонкову с выигрышем. Я ездил в Красноярск, общался с Людмилой и знаю, что ее жизнь не всегда складывалась легко. Выросла она без родителей. Поэтому от всей души хочется пожелать ей семейного счастья и чтобы жизнь почаще ей преподносила такие приятные моменты, как этот выигрыш в лотерею. Того же мы желаем всем участникам государственных лотерей. Ну а через несколько минут вас ждет трансляция розыгрыша 335-го тиража жилищной лотереи. Оставайтесь с нами.